Дорогая, у нас есть Аня Тейлор-Джой, звезда обложки Vogue. Мы все уже знакомы, верно? Так встретились. Прекрасная. Ты выглядишь так красиво. Пресс-релиз «Дюны 2» был модным, как модная Олимпиада. Какую историю рассказываешь сегодня вечером? Эта девчонка, ты позволяешь нам это сделать. Благодарю тебя. Это вдохновлено рождением Венеры Боттичелли, и Диор впервые создал его в 40-51-м. Это видение Марии Грации. Чувствую себя преуспевающей. Ой, мамочки. История. Украшения, расскажи нам о них. Ох, да. Это лишь кое-что из коллекции «Синяя книга» Тиффани «Под водой». Мне нравится, что она колючая и движется. Она заставляет меня чувствовать себя живой. Она колючая, движется и заставляет тебя чувствовать себя очень живым. Ты была неожиданно небольшой ролью в «Дюне 2», но если будет третья, твой персонаж сыграет большую роль. Как сильно вы ждете «Дюны 3», если это случится? Просто очень люблю Денис, да и актерский состав великолепный. Все были так дружелюбные. И да, я с нетерпением жду возвращения в пустыню. Я в восторге. Ты такая красивая. Ты так красива. Я смотрю на твое лицо и не могу перестать восхищаться. Я смотрю на твое лицо. Теперь «Фуриоза» уже скоро выйдет. Я не знаю даты, но 2 года назад ты сказала, что тебе понадобится 2 года, чтобы восстановиться после съемок. Прошло 2 года. Что ты можешь сказать о съемках «Фуриосо» и почему это было так тяжело? Боже мой. Думаю, эти фильмы просто приглашают к определенному хаосу, и только определенные немного безумные люди берутся за них. Поэтому я чувствую глубокое сродство со всеми, кто хоть раз был в пустоши любого из фильмов. Да, мы просто семья. Да, семья людей, испытавших пустошь. В огне закаляется. В огне пустыни закаляется. Сложно вспомнить поэта, который написал «Пустошь». Как это было? Девушка-беспутница. Беспутная. Беспутная. Вспомню во время рекламы. Желаю тебе замечательного вечера. Выглядишь потрясающе. Ангел, ты прекрасна. Спасибо. Ты прекрасна.